Сады Генезиса. Сады Генезиса – это место, где богиня Аркана выращивает древо жизни. Сказочная атмосфера этого места завораживает воображение каждого, кто ступил на эту землю. Многим может показаться, что красота этой локации – единственное достоинство, но это далеко не так. Многие путешественники, пробыв здесь немало времени, это доказали. Для того, чтобы попасть в сады Генезиса, необходимо пройти задание, которое можно взять у кот-телепорта. Поговорите с ним, он расскажет вам о садах, а также сообщит вам, что необходимо найти Миукина возле Древа Жизни. Находим Миукина и разговариваем с ним. Он сообщает вам информацию о виспах, которые необходимы для прохождения задания. Вам необходимо собрать 30 маленьких и 20 больших виспов. Виспы появляются после убийства мобов в окрестностях дерева. Маленькие виспы добываются с кентавров-лучников и старших кентавров. Большие виспы – с сатир-шаман и старший шаман. Пойманных виспов необходимо привести Миукину. Чтобы поймать их, необходимы приманки, которые можно приобрести у нашего пушистого знакомого. 10 приманок – 100к золота, а нам необходимо 50 виспов. Итого мы получаем, что при себе нужно иметь 500к золота. Важно отметить, что из-за одной ошибки придется покупать дополнительные приманки, а это еще 100к за каждые 10 приманок. Одна приманка – это один пойманный висп. Для более легкого прохождения задания вам понадобится помощник. В роли помощника подойдет любой персонаж, способный выдержать на себе монстров, пока вы будете их убивать. Купив приманки, вам необходимо разложиться у моста так, чтобы дерево оказалось у вас за спиной, а мост прямо перед вами. Ваш помощник в это время собирает на себя несколько монстров и приводит на мост, где вы успешно убиваете их и ловите виспов. Также происходит процедура ловли виспов с противоположной стороны дерева. После того, как вы соберете все необходимое, возвращайтесь к Миукину. Он поздравит вас с успешно пройденным заданием и сообщит, что теперь кот-телепорт сможет переместить вас в сады Генезиса. Вперед, мой друг, к новым приключениям и победам!